Да. Червон наколдован. Ответ верный. А в твоем исполнении неверный. Плати. Все верно, не надо. Какой предмет был самый любимый в школе у твоей будущей жены? А предмет в смысле? Предмет в смысле? Что же это за число? Четыре.
4 года встречались. За каждую ошибку дай нам шоколада, плитку, пожалуйста. Держись крепче. Попытка номер 2. Или сдаешь? Нет, не знаю. 4 число. 4 число. 4. Что значит? 4 число. Да, там что оставили? И Гришка, и Гришка.
всеобъемлющая любовь и одна судьба. Наступает ответственный момент – государственная регистрация брака. Позвольте вас спросить, является ли ваше желание стать супругом искренне и обдуманным? Ваш ответ – невеста. Да. Ваш ответ – жена. Да. Я приглашаю вас подтвердить ваше решение подписями в записи акта о заключении брака. Наша теплая погода и наша красивая страна понравится. До молодых я могу сказать.
Счастье в личной и в семейной жизни – это разные вещи. Я вас там не понимаю, как отдельно жить. Мне нужно было. Thank you.
с наши молодожены в свой первый день, свои первые шаги по совместной семейной жизни сделают по коридору, состоящему из алых роз. А мы знаем, что алая роза – это символ любви. Итак, я приглашаю войти наших молодоженов в свой коридор любви под ваши аплодисменты. Стрижку сделала модную. С ума сойти. А папе ты тоже можешь позвонить? Папе. Кричи, папа. Папа. И деду зови, деду зови. Зови. Витя. Деда. Скажи, баба Света. Витя. Скажи, баба Света. Зови бабу. Все, поговорил. Ой, он там не родился. Коленька, вылезай. Нет. Хочешь, вылезай, пойдем потопаем. Пойдем, зайка, потом. Нет, не хочешь, тебе нравится, да. Скажи, не-не-не-не, как ты говоришь? Я не думаю, что сегодня холодно будет, выжжет солнце сейчас, она поднимется. Ну, ветер прохладный, я не знаю, как там надо. Мы там же в лесу ходим, внутри. Может, ничего. Там на воздухе попробуем. Да. Мы можем в коляске спать. Такие хорошие были волоски, ты знаешь, ты состригла. Не надо, надо вот тоже. Эй, большой специалист. Порядок на волосах. Ну что, это не пойдет кассета, другой возьмем. Пойдем покушаем. А? Ням-ням. Идем. Деда нам делать там вкусно. Голубцы, пойдем. Thank you.